Идем смотреть микрорайон любимого. Вот наш ЖК губернский. Вот это новый губернский. И вот ЖК любимого большой микрорайон тоже тут у нас строят. Пошли смотреть, у них планировки поинтереснее, чем в губернском. Вот. И решили мы дом не строить. И решили мы расширить площадь в городе. А то однушка уже не вариант. Тем более мы ее строили, делали в ней ремонт под двоих. С ребенком там неудобно уже жить. Пошли смотреть вот квартиры. Мы уже посмотрели планировки вот в этом. Новый губернский и еще микрорайон. Архитектор съездили, посмотрели. Он там за Красной площадью находится. Вот, сейчас двигаем вот это посмотреть. В губернском, ну, от UC нам не нравятся планировки. То, что там комнаты как бы средние и кухни маленькие. Нам надо было, чтобы гостиная большая с кухней и маленькие комнаты спальни, потому что мы в основном как бы находимся в гостиной, вот, а в спальнях чисто кровать и поспать. Пошли искать мы офис, где у них находится офис. Мы тут уже ходили, гуляли, но не рассматривали тогда покупку квартиры, просто ходили, смотрели дома. Вот у них тут сразу, если от нас идти с губернского, офис. Сейчас сразу в офис зайдем, посмотрим. Район мы уже в целом. Но вот эти вот большие комплексы смотрели. Тут как бы есть такие большие дома. Там стилобаты закрытые в дворы. Вот там внутрь, если зайти. Вот они большие уже построили. Несколько домов получается. И сейчас вот строят уже отдельные такие домики. Вот свечки. Там широкие домики. Сейчас сразу зайдем, посмотрим, что у них в продаже есть. Они, по-моему, на котловане не продают, как сказали. Продают уже практически достроенные только дома. Вот на котловане у них... Ну, сейчас спросим, не знаю, что у них там вообще есть. Ну, у них тут все точно так же, как у нас, в принципе. Единственное, вот в этих крупных комплексах, ну, вот в этих крупных домах стилобаты, а в остальном все то же самое. Три садика, школа будет вот в этом районе. Так, где вход-то? Вот здесь. В этом офисе нет проекта, макета точнее. Да, мне тоже было приятно с вами поговорить. Вот это было компании. Либо трехкомнатно. Что у вас в приоритете? Ну, посмотрим сейчас, ну, какие... В целом, ну, давайте вот самые ходовые, то, что приобретают трехкомнатная, ну, на мой взгляд, просто великолепная, придраться не к чему. Очень хорошая прихожка, вы заберете буклет, все у вас будет, санузел здесь раздельный. Кухня 18,5 квадратов, но вы можете кухню, если не хотите такую большую, вы можете ее просто сделать здесь. Мокрые точки, ничего переносить не надо. Вот у вас вот здесь вот стоят, идет холодное горячее отопление. Ну, просто вот так вот проводите и делаете кухонный гарнитур, например, здесь. Все, это у вас кухня. Ну, это как вариант. Давайте по ценам я вам сейчас точно скажу. А, кстати, 88. Вот видео. Можно я поверну, чтобы вам было видно? Вот в этом комплексе мы на данный момент продаем. Видите, какой вид? Классно. То есть перед домом у вас не будет ничего, кроме детского сада, детский сад. В котором в комплексе? Вот в этом? Вот, вот его крыша. Да, вот его крыша. Ага. Сейчас давайте назад чуть отмотаю. Это будет на... Восток и на запад. Две стороны, да. Восток и запад. Это квартира на две стороны. Так, выбираем сразу трехкомнатную и отсеиваем остальное. Ну, если не высокие этажи, то 9500. Четвертый этаж 9500. Давайте я напишу. 9543. Это у нас четвертый этаж, например. Если брать десятый этаж, то 9727. Это из-за панорамных окон? А у нас чем выше этаж, тем выше стоимость. Ага. Ну, допустим, 18 этаж.
9880. Видите, она по чуть-чуть, но цена растет. Угу. Огромная кухня, получается 34 квадратных метра. И две, то есть одна спальня и одна будет детская комната. Кухня-гостиная здесь будет. 34 это вместе вот с 8, да, вот этими? Или... Нет. Нет. 8 отдельно будет, то есть 34 плюс 8 это будет вообще 42, вот это вот все 42 квадрата. И прихожка здесь тоже, видите, она вот так вот 3,8 отдельно идет. Угу. Такая своеобразная квартира. Если семья небольшая, то вариант шикарный. Но она на 10 квадратов меньше, да, получается? Да, она меньше будет. Давайте посмотрим по стоимости. Стиралку некуда ставить. Ну, влезет куда-нибудь, стиралка. Сюда куда-нибудь, да. Туалет, по стоимости она идет, ну вот, 8,757. Это зеркальная, да, будет? Да, они в разные стороны. 500, это у нас, например, четвертый этаж. Угу. Если повыше взять, 12 этаж, например, то будет 8,846. Этот дом уже сдан. Угу. Ключи ноябрь. А типа их даже посмотреть можно, эти квартиры? Да, да. Здесь стол, диван, кресло. Идет. А тут смотрите, как детскую комнату как дополнительно сделали. То есть, допустим, уроки делать, да? Здесь идет на лоджии сделали как зону отдыха еще. Лоджия 8,5 квадрата. У вас лоджии какие-то, они утепленные? Я вот смотрел фотографии, там людей, там чуть ли не кровати стоят на лоджиях. Вот смотрите, вот витраж вот такой, то есть у вас стекло будет, просто стекло. А там... Летом у вас будет жарко, зимой будет холодно. Самый хороший период это вот межсезонье. То есть осенью там довольно-таки комфортно можно жить спокойно. Посмотрели несколько вариантов планировок, договорились на 2 часа, тут сваи бьют так громко. Вот в этих вот домах, 2, 3, ну получается, да, 3-4 дома там вот планировки, сейчас сходим посмотрим, а в 2 часа поедем уже зайдем внутрь и посмотрим, как это внутри выглядит. Вот так вот тут внутри. Ну тут по-другому внутри. Тут вот это вот в центре почему-то низкое. Низкое здание. Всего, наверное, этажей 9. Вот, и стилобат. А вот в той, сейчас мы смотрели, там высокое полностью здание до конца. Они еще по-разному сделаны. Вот детский стилобат. Там футбольная площадка, баскетбольная, мангальные зоны. Мы тогда там поднимались, может, сейчас тоже зайдем. Мы пошли в обход смотреть эти свечки. Тут, чтобы обойти, надо очень много протопать. Пока заборы, стройка там идет. Вот это вот 18/1S. Вот интересно, нам была вот такая вот трешка. Тут две комнаты, одна 8 квадратов с балконом 4 квадрата и одна комната 11 квадратов. И большая зона, еще 8 квадратов лоджия есть. И большая зона практически 42 квадрата. Это как наша квартира сейчас. Вот это вот кухня-гостиная по центру. И здесь удобно еще то, что санузел раздельный. И... прихожую, если отгородить, будет вообще там сразу достаточно уютно. И смотрит она на восток и на север. Тоже это классное расположение, восток и север. Будет смотреть на коттеджный поселок. Он уже застроенный, там точно ничего не построят. И куда-то еще, куда на север. Не помню, что там на севере. Но там тоже какой-то просвет. Не будет дом в дом. Мы пошли не в ту сторону, и тут не пройти никак. Вот обходим этот комплекс Бавария, частный сектор. Вот нам надо попасть вот в те свечки. Сейчас куда-то завернули, уже по частному сектору идем. Может быть, выйдем, куда нам надо. Справа получается вот серый, это тут торговый центр какой-то большой строят с кинотеатром. Как было слышно.
Вот мы выходим уже тут аллея этих жилых комплексов. Вот этот тоже, наверное, уже сдан, большой дом буквой П. Сейчас тоже посмотрим, хоть что тут за площадки. Вот такая вот тут аллея. Зеленые газончики. Там садик строится, сейчас на нем где-то подняться. А вот тут вот тыквы, арбузы растут у людей. Тыква или дыня? Очень широкая аллея для прогулки получается. Папа! Вот аллея пошла на изгиб, тут какой-то роллер-дром, садик. О, тут даже есть туалеты. Общественный туалет. А, ну какой он? 30 рублей стоит. 30 рублей с 11 до 8. Вот это вот ЖК. Ой, коттеджный поселок Бавария. Тут у кого-то прям рядом с коттеджем построили высотки. Школа тоже уже построена. Ну, тут уже практически все построено. Школа, садики. В школе еще окон, правда, нету. Вот этот дом. Тут вот он сказал, рядом с этой свечкой получается у них скважина, что-то там на 700 метров с чем-то. Вот, они воду типа, у них вода отсюда качается, из этой скважины, водозабор. Вот прям рядом вид на вот этот вот водозабор у них. Аллея все дальше туда продолжается. Вот у этих так-то прикольно коттеджев. Вид сделали прям на эту аллейку. Тут так-то не очень близко эти высотки. Ну, то бывает, строят прям в упор коттеджным поселком. Довольно большая вот это вообще. Я думал, она, считайте, сколько там мы прошли. Вот мы все от того дома повернули сюда. Все, идем. Она еще не кончается, еще, видимо, туда будет. Вот губернский. Вот мы сейчас были вот в этом доме, у них офис. Мы это все обошли вот так по кругу. И сейчас идем обратно в ту сторону. Он сказал, что эти дома уже сданы в ноябре. Ой, в ноябре сдадут. Точнее, они уже как-то сданы, но еще ключи не выдали. Ключи в ноябре будут выдавать. Вот детская площадка сюда, получается, у этого дома. С одной стороны садик, с другой стороны школа большая. У этих домов, получается, парковочных мест как-то совсем не густо. Даже не представляю, где тут. Если только вот эту всю дорогу запаркуют машинами, тут будет не проехать. Либо вот там под стилобатом только будут парковочные места.
Ну, в общем, как-то не очень тут с парковкой. Этот садик уже функционирует, оказывается. Уже дети учатся в садике. Вон все стоит в детских колясках, велосипедах. Вот тут с этим домом рядом стилобат. Такой длинный. А внизу, видимо, парковка будет. Такие вот уже подъезды. Ого. Квартир тут на этаже много, да? Должно быть 1, 2, 3, квартир. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 квартир. Ага. Дверь, смотрите, входная сразу. Она идет в Guardian фирмы. Надежная, не надо вам иметь, но массивная такая. Ну, вот одна двухкомнатная квартира. Это вот эта угловая. Торцевая, да. Вот это вот с огромной лоджией. Ага. Вот она, значит. Прихожка, смотрите, отличная здесь. Вот, ну да, вот тут шкаф. Два с половиной примерно, да? Тут вот шкаф-купе огромный, свободно поместится. Да, шкаф. Первая комната у них небольшая, то есть, ну, это чисто детская. Она смотреть будет только так, то есть на детский сад, ну, этажом выше можно пойти, и на стенобар. Где зона отдыха, детские площадки будут. Так, а это сколько квадратов в комнатах? Просто, чтобы понимать. 10 с половиной. Просто в трешке вообще вот там 8 квадратов. Теперь санузел, смотрите, вы хотели раздельный санузел. В принципе, да. Здесь можно сделать его раздельным. Угу. Видите, здесь сколько места. А если у вас вы здесь ставите ванну... Вода ничего не выведена, да, получается, или будет? Почему? Вот. А, вот это. Горячая канализация, да. Отсюда вы запитываетесь, допустим, здесь может машинку автомат поставить или раковину. Поэтому мы разводку полностью не делаем. А, завели, ну это да. Здесь вы уже сами проводите. Тут раковина, например, тут автомат. Ну, здесь смотрите, сколько места. Угу. Здесь свободно можно вторую дверь вот так вот поставить, чисто туалет сделать, да? А здесь ванну сделать. Вот. Допустим, если туалет до сюда, ванну можно поставить вот так в длину, например. Раковину смело можно сюда. И здесь машинка автомат поместится. Ну, вот так вот. Ну, да. Ну, вот так, как она есть на данный момент. Далее, это вторая комната идет. Вы можете эту комнату сделать кухней, если вам не нужна большая кухня. Просто здесь вентиляционный канал стоят, вы видели, он прямо вот здесь за стеной идет. Отсюда дырочку, у вас это кухня. И, пожалуйста, так, это комната, да? 10,2. Теперь смотрите, какая лоджия здесь. О-о-о. Она больше, чем комната? Больше, она 14 квадратных метров. Вот посчитайте. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 6,5 метров. Ага. Мощная. И вы как видите, из одной комнаты есть, из другой комнаты есть. Угу. Потом смотрите, еще покажу вам, чтобы понимание было. Видите, вот я закрываю, да? У вас практически вся стена стеклянная. Угу. Для чего это делается? Чтобы помещение было светлое. Здесь двойное остекление, здесь двойное остекление, то есть в комнате холодно, ну никак не будет. Но это, конечно, шик просто. А это стены уже, они готовые, да? Получается? Ну это вот так остается. А, так остается. Как вы видели, да. Ага. Ну, пойдемте, это кухня. Видите, кухня, здесь окно, и здесь, по сути, окно. Кухонный гарнитур возле у вас, по сути, спокойно помещается здесь. Вот настоящая холодная горячая канализация, и вот у вас как кухня, гостиная. Ее площадь 15,5 квадратов. Mm-hmm. Отделка, как вы видите, разводка, электропровод, все выведено. Здесь в монолите сразу заведено. Допустим, кондиционер хотите поставить, вот у вас разводка отсюда, запитались по потолку, потому что у вас явно будет натяжной потолок сделан. Сейчас уже никто не штукатурит потолки. А тут что такое? А, просто... Разводка, да. Вот отсюда вы можете провести, например, вот сюда там 4 розетки поставить, да? Угу. Сверху запитались, вывели сюда. Кондиционер нужен, по потолку, ну тут смысла нет кондиционера ставить, кондиционер нужно туда ставить. Ну, да. Либо вот у вас та же самая розетка, коробка есть, вот видите. Отсюда запитались, провели, и там кондиционер поставили. Угу. Хорошо, понятно. Пойдемте в следующую. Ну тут все посмотрим.
Ну вот это она для мужа ребенок шикарная. Его посмотрим. Это полукруглая, да? Да, вот эта квартира. Ага, полукруглая. Да. Ну тут прихожка, видите, она чуть полуже уже идет. Но шкаф, в принципе, здесь поместится. Спальня. Она у нас будет 13 квадратов. Санузел здесь совмещен, но тут его раздельным не сделаешь. Он большой, но видите как. Здесь монолит, вы ее не снесете, а здесь двери не поставишь. Здесь надо уже оставлять как есть. Да. Вот. А, опять же, стояк вот там, значит кухню можно сделать здесь. Ну давайте представим, что у вас здесь кухня. Такой советский вариант. Маленькая кухня, большой зал. Пожалуйста, эта комната у нас будет 10,7. Ложа тоже шикарная здесь. Опять же, из кухни и из комнаты выход. Вид, если берете высокий этаж, смотрите, у вас под окнами никогда ничего не будет. То есть здесь детская площадка, зона отдыха, парковка. Далее у вас идут двухэтажные дома максимум. Смотрите, какой просвет. По задумке изначально вот это кухня-гостиная. То есть там комната жилая, там комната жилая. Кухня здесь, видите, и там стояк есть, можно там сделать кухню, и здесь есть. Пожалуйста, вы можете кухонный коридор вот так по всю длину поставить, как вам удобно. Здесь два окна, например, раз окно, два окна, здесь телевизор, там диван, здесь кухонный стол. 20, сколько, 24 квадрата? 25 квадратов. Евро трехкомната. Большая, да. Понял. Санузел, смотрите, огромную ванну можно угловую поставить здесь. Ну, я не любитель угловых ванн, но кто-то любит, поэтому, пожалуйста, можно и так сделать. Отличная прихожка, правильной формы. Санузел совмещенный. Пожалуйста, жилая комната. Можете сделать ее также кухней, можете оставить комнаты так, как есть. Так, балкон один, да, не совмещен? Две лоджии здесь, два балкона. Большой балкон. Тут тоже через один, да, панорама? Да, все верно. Здесь балкон правильная форма, квадратная, прямоугольная, точнее. Вторая комната еще жилая, жилая комната. Большая. А это кухня-гостиная. Кухня-гостиная здесь у нас. Так, где она у нас? 18,3. Ну, вот холодная горячая вода. Ну, вот 18. Получается 6×3 примерно ее размер. Вытяжка все, все проведено. Также электрика. Все есть. Здесь лоджия уже такая. Полукругом сделано. Ну, зато обзор хороший. У вас и так вдоль дома видно. Здесь. А на восточную сторону есть, да, такая квартира, нет? Нет, на восточную она будет без одной лоджии. А-а-а. Точно такая же, но второй лоджии не будет. У-у-у. Сейчас зайдем, посмотрим ее. У трехкомнатную еще посмотрим. Из одной лоджии. На 300 тысяч будет дешевле. Такая 6800 стоит. Все то же самое, предыдущий вариант. Такая же кухня-гостиная. Видите, просто здесь нет лоджии из кухни. Такая же прихожка. Все то же самое, только лоджия одна. Полукругом. Ну да. Так, это кухня. О. Это может быть и кухня. Здесь везде кухня, можете где угодно. Так как стоят холодной горячей воды вот здесь, можете сделать кухню. Но по задумке кухонный коридор вот здесь, потому что здесь уже идет где-то у нас тут силовой кабель, видите? Вот электроплиту, здесь силовой кабель мощнее идет. Он выведен непосредственно в эту комнату. Ну, вентиляция, холодная горячая, все есть. А, автомат здесь будет стоять. Пока еще дом не сдан, а, поставь. Последнюю очередь поставят.
Так, и трешка, да, осталось? И трехкомнатная, да. Но тут, конечно, совсем другой формат. Вот. Проходите, смотрите. Здесь санузел уже раздельный. Прихожка совсем. Ну, смотрите, сколько тут. Давайте глянем. Прихожка огромная просто. 12,8. Да. Здесь там же кухню можно и здесь сделать, и там сделать, где угодно. Так, это комната. Это комната. А где кухня-то? Комната. Комната. А, задумки, кухня здесь можно стоять, холодная, горячая. И канализация. Кухня здесь получается без выхода на лоджию. А вот эта вот перегородка, она не монолитная? Она несущая, да. Её нет, вот это. Вот это нет. Ага. Ну, мы хотели бабочку, вот именно, чтобы, ну, было. Вот она как раз-таки, классическая бабочка. Детский сад, ну, прям подобный будет. У нас сейчас школа под окнами, там, в 8 утра, шумно, да, очень. Да. Не хотелось бы нам на школу. Так, и это большущая такая. Лоджия, да, лоджия шикарная здесь. Угу. Тоже из двух комнат выход. А это все тут так и есть, да? Ну, конечно, это усиление. Убирать нежелательно его. Я не убирал, я так оставил, закрасил цвет. То есть у меня штукатурку сделали, белого цвета штукатурку, белой краской покрасили, и даже не видно. Здесь просто выделили краской цветом, оно в глаза бросается. А если делать так декор, тут, наоборот, пеноплекс, помните, я вам говорил, утеплителя? Просто пеноплекс вот так выпускает. Гипсокартоном зашили, все, и у вас и этих не видно, что. И утеплили одновременно. Все, понял. Вот это, да. Так, вот эта стенка убирается. Да, можно здесь проем сделать. Ну, в принципе, она и так идет. И маленькая у вас, а то можно зайти на кухню. Ну, вот, конечно, небо и земля с предыдущими квартирами. Но вопрос цены и смысла. Допустим, семья маленькая, если бюджет позволяет, конечно, берите большую. Если нет смысла в этом, ну, доплачивать там 1,5 миллиона рублей за одну комнату. Посмотрели варианты вот в этом доме, получается, вон вот сюда вот Батуринская трасса, дорога идет, сейчас ее отремонтировали, тут вообще движняк, вот он длинный, большой дом, не свечка, много квартир, внизу вот стилобат, внизу под стилобатом платная парковка, вокруг стилобата, ну, обычная гостевая, вот сверху детские площадки. Зоны отдыха. А туалета нету здесь на нижнем? Есть? Вот он. А, вот еще и туалет. Тут есть. Ага. Три лифта. Так, третий. Сейчас посмотрим квартирки. Лена, вы здесь? Здесь, окей. Все, вы пришли. Так, это у нас что за квартира? Это, а вот ее планировка. Ага, 65 квадратов. Это топчик. Понравилось тебе вот это? Да, так она выбирает в другом доме, чтобы не на школу было. Они практически все будут на школу. А все остальные тоже, что ли, школа будет? А, там будет детский сад, но там будет примерно через полгода старт продаж. Ну, придется подождать. После школы.
Да. Никуда не деться. Это кухня. Ну вот, нормальная же планировка. И вот же большая, там можно кабинет устроить. Можно. Тебе это понравилось? А тут мы смотрели еще где-то такое, типа французское остекление, где-то обычное, да? А где витражное остекление на лоджии идет низкое, то есть увеличенное, видимо, как дополнительная вставочка идет. А-а-а. Если идет стандартное остекление на лоджии, то и вот обычно под обычным здесь. Ну тут в школу вход тут. А, нет, как раз они тут, наверное, будут тусить. Ну, в школу вход, я не думаю, что будет отсюда. Это как запасное. Вход в школу должен быть с той стороны. Потому что здесь на автомобиле никак. А, ну вот, да, дорога есть. А так, в школу возможно. Где-то парковка есть или это все будут вот здесь вставать? Ну да, со школы, скорее всего. Я смотрю, парковка с торца школы очень большая сделана, где стадион. Угу. То есть по уму-то оттуда заезд должен быть. Потому что отсюда заезжать просто неоткуда. Она как закольцована будет, просто мы заезжаем, допустим, не проехали, чтобы выехать. Но тут, в этой школе, проверки автомобилей не будет так много. Потому что все здесь будут ходить пешком. В Аварии у нас вот выход вот здесь прям в ворота. Смысла нет на машине. Со всех этих домов прилегающих все будут ходить пешком. Здесь такого движа прям автомобильного не будет. Это экономия. Представляете, сколько труб экономит город. Сейчас мы с водохранилища тащили все это. Это все ржавеет. Mm-hmm. У вас вот 100 метров отсюда скважина стоит. Металлопластиковые трубы, все. Mm-hmm. Идеальная вода. О, этот пешка. Цена, не теряйся там. Ну, самая дикая часть, наверное, вот это будет. Потому что здесь скважина уже не слышно. Здесь сад в сущем сторону. Mm. Это памп-трек. Ну, памп-трек тоже там. Сутками они не катаются. А когда там выходишь? Да. Вот это. Да, один-два человека. Нет такого. Ну, второе, если можно позвонить, сказать, что здесь у нас ящик. А, да. Ну это совсем маленькое, это 8 квадратов. Да, комнатки здесь малюсенькие, здесь огромная кухня-гостиная. Даже кровать не влезет, мне кажется, или нет. Только детская совсем. Там взрослого уже не влезет. Как стол поставишь, кровать здесь не войдет вообще. Ну да. Правда, вам двушка дальше поинтереснее. Ну, здесь надо только так кровать ставить, в этом направлении. Да. Сколько надо так ставить, так кровать? Ну да, ну, получается у вас вот так примерно кровать идет. 2,2 кровати же в основном, вот 2,2 вот так она идет. Угу. Ну да. Вот смотри, мне вообще ванная убивает. Че? 90 квадратов квартира, а вот здесь вот... Только я душевую составить. Что, ванная? Ванна, а стирать? Не надо?
Нет. Кировка, наверное, сюда не войдет. Ну вот это да, я хотел вот это пространство посмотреть. В общем, итог вчерашнего похода. Было интересно посмотреть, конечно, вот планировку вот этой большой квартиры, которую я показывал. Посмотрели ее вживую, она не понравилась. Там комната 8 квадратов, это вообще ни о чем. Вот это помещение, которое большое, оно по форме не понравилось. Вот. Больше всего понравилась двушка в свечке, но в итоге квартир нету, все раскуплены. Одна квартира есть только в свечке, которая дальше стоит. Она нам не понравилась. То, что там будет прямо на школу. Как бы не хотим совершать снова ошибку с видом, ну, с окнами из квартиры на школу. Потому что тут бывает у них лагерь летний. В школе какие-то мероприятия, и они в 8 часов там гимн включают, музыку какую-то включают, бывает в 8 часов утра. Вот, этот детский ор на стадионе, у нас еще стадион прямо. Вот он тут, вот тут вот стадион, школа, садик, и там постоянно как бы ор. А у нас окна постоянно открыты, чтобы кислород был. Поэтому как бы... В итоге пришли к тому, что будем ждать, пока будут продажи еще вот новых свечек там. Там их два ряда этих свечек строят. Вот когда продажи откроются, а они откроются, когда уже дом будет достроен там на, ну, почти что полная готовность. Вот, они тогда открывают продажи. Это примерно, он сказал, через полгода это произойдет. Ну, там дом уже построен этот. Уже, ну, даже кое-где остекление поставлено на самом высоком этаже. Тоже остекление уже поставлено. Вот, будем ждать в итоге. Еще расскажу про архитектор. Мы смотрели ЖК-архитектор. Я вот в начале видео говорил, это от нашего застройщика UC, Югстрой Инвест. Вот. Прикольный район, такой клуб, как бы клубный, там тоже будет закрытый двор. Мы еще сначала рассматривали как бы ЖК, где есть закрытый двор без машин. Ну, чтобы не было вот такого, что там бегаешь, там, ну, ребенок бегает, там машины. Вот чтобы был какой-то закрытый двор, и машины там, получается, они снаружи. Этот ЖК находится рядом с баскет-холлом, это там за... Красной площадью. Вот там тоже как бы прикольно, вид будет, ну, есть виды на коттеджный поселок, на внутренний двор, удобные такие виды. Там еще такая не речка, какой-то, ну, какой-то такой эрик, тоже там вода, болото, лесополоса и потом коттеджный поселок. Но когда мы там были, там в баскет-холле шли соревнования, и это вот еще хуже школы, они там кричали, ну, там, в громкоговорители, там что-то, ну, шло мероприятие там, вот, очень шумно было. По, как бы, расстоянию от участка до архитектора я посмотрел маршруты, что отсюда ехать. Там буквально 2 минуты разницы, что отсюда ехать, что оттуда. Там просто через, получается, объездную, через Тургенева, сразу на Тургеневский мост и уже на участок. Поэтому пока что написали менеджеру, чтобы он нам сообщил, когда будет известна дата открытия продаж. Вот, будем ждать. Сейчас квартира, которую мы вот смотрели, у них еще так интересно, чем выше, тем дороже. Вот, и панорамные окна через одну, через один этаж обычные окна, один этаж панорамные. Еще мы вчера узнали, что тут в Краснодаре все ЖК, ну, как он сказал, я не знаю, вот где у нас тут в Губернском,
Котельная, да, котельная. Там вот у них котельная стоит, труба такая большая на газу. То есть она отапливает весь район. Плюс у них 7 скважин артезианских. Вот, а как бы этот район, он не подключен никакой городским коммуникациям, каким-то общим. Вот, артезианские скважины 7 штук на 700 метров и своя котельная. И он еще сказал так, что в Краснодаре типа все так строят, ну вот, все вот такие вот жилые комплексы, ну, большие, которые, ну, у нас тут не просто как бы по дому строят, а там по 20 домов сразу там строят, сразу школы, садики, какие-то магазины и так далее. Вот, мы об этом даже раньше не знали, что именно вот вода своя, отопление свое у многих. Вот, может быть, еще посмотрим какие-то микрорайоны, сейчас будем изучать информацию, просто давно уже не изучали, даже не знаем. Строится-то я знаю, что вообще очень много, много строится, но квартиры быстро раскупают, денег у людей, видимо, дофига. 66 квадратов, получается 7700, вот, на данный момент. Но еще к тому времени, пока там новый дом построится, еще, наверное, подорожает. Вот. Такие вот тут примерно цены. Ну, в среднем, да, сейчас цены это где-то 100, ну, 100 там, 120, наверное. Ну, вот в таком, в среднем сегменте, где-то цены 120 тысяч за квадрат в Краснодаре. Напишите, кстати, интересно, нет, будет... Если я буду выкладывать обзоры вот такие вот с разных ЖК, жилых комплексов, буду, когда мы ездим снимать, когда мы ездим смотреть, буду снимать. А то я прошлые два раза не снимал, мы там тоже постройки ходили, квартиры смотрели, я что-то не снимал. В этот раз решил снять, показать. Вот третий наш заезд уже, вот решил снять. Напишите, если интересно, буду еще снимать, показывать, какие есть там и планировки, и цены, и... Что тут еще есть на районах? Потому что сейчас вот такие интересные районы строятся. Раньше как бы строили там два дома и все, а сейчас выкупают там десятки гектар и строят такие комплексы и там разные площадки детские крутые. Вот там вот памп-трек, да, аллея такая огромная. Мы там первый раз были, прикольно. Аллея получится от Губенского практически, да, ну, если перейти в их район, у них через весь район эта аллея будет, и потом сразу они строят вот этот вот серый торговый комплекс любимого с кинотеатром там и совсем, и можно будет от Губенского так вот по аллее туда топ-топ-топ, сколько тут получается, пару километров, и сразу в торговый комплекс, и там еще все развлечения, наверное, куча ресторанчиков будет, какой-нибудь фудкорт. В общем, это прикольно застраивают такими комплексами. Единственный минус, про который забыл рассказать, да, если вот рассматривать этот дом, мы там вообще ржали просто. Там как бы идут три дома, идет односторонняя дорога вокруг дома, тут школа, тут садик, есть с десяток парковочных мест. Все они для инвалидов, и одно место только обычное, это вот на три дома. То есть там парковаться вообще негде будет. Конечно, там запаркуют всю вот эту вот дорогу одностороннюю, с одной полосы будет как бы. Сейчас там такой простор ходишь, как у нас тут тоже изначально, когда мы первый раз сюда пришли. Тут такой простор был, нас завезли через забор, ни одной машины, но стройка еще была. И нам понравилось то, что вот тут было так просторно. А сейчас все заставлено, даже там, где нельзя парковаться, все заставлено. Вот, и вот в этих домах как раз, в любимого, там вообще с парковкой еще хуже в несколько раз, чем здесь будет. Но буквально там в нескольких, получается, сколько там? Ну, наверное, около сотни метров, там вот у них многоуровневые парковки. И еще под стилобатом там парковка будет тоже платная, можно купить место. Место стоит сейчас у них там 400 тысяч рублей. В многоуровневых не знаю, сколько стоит, мы не спрашивали. Они вот сейчас строятся. Ну, там не так уж далеко пройти.
вот, от парковки. В целом, даже с учетом того, что здесь вот у нас постоянно нету мест, иногда бывает, я по два, по три раза объезжаю, если приезжаю в какой-то пик вечером, я так-то особо никуда не езжу, вообще сложно парковку найти, катаешься, вот, место где-нибудь, потом уже плюешь куда-нибудь там, втыкаешься, вот. Поэтому, может, даже купим парковочное место, чтобы уже точно знать, приехал куда-то, встал, и все. И ты всегда знаешь, что без проблем найдешь парковку. Ну и даже если не купишь, то, в принципе, ничего сложного пройти пешком там пару сотен метров вообще никогда. Я иногда ставил даже вот у того дома, получается, а тут еще... Надо обойти вокруг садика, вокруг школы, тут нет прямого прохода. Бывало, что и даже там парковался. Вот. Так что это... Ну, не знаю, кого-то... Какие-то уроды, конечно, лень пройти там лишние несколько десятков метров, и они паркуются как попало, и иногда перегораживают тебя там. Ну, конечно, у меня не было такого, что перегораживают. Бывает, перегораживают мусорки, и мусоровозы не могут вывести мусор из-за них. Вот это вот такое тут часто, конечно.